Продолжаем. Ветер, конечно, дует то туда, то туда, крутит. Холодно, руки мерзнут. Кошмар. Но это уже такая рыбалка. Для статистики больше. Чтоб уже сезон закрыть. Там море спокойное, поэтому вышел побросать. Ага. Вот ёршик. Не крупный. Вот кися сидит. Ну, сегодня, ребята, 6 декабря. Вот так вот. О. Так что, это уже 4-й за сегодня. Просто камеру включил. Только вот час установил. Давай, плыви. Светлый какой. Сейчас маленький отпущу тебя. Ну, ребята, 6 декабря. Как-никак. О, сел. В камне сидит. Ставил 1 грамм вес. Вот сейчас в камень забил и выбил 1 грамм. В таких условиях как бы проще выбить, глубина небольшая, да и приманка лучше парусит в воде, но более привлекательно с маленьким весом. Рыба была бы, была бы вообще хорошо. Ребятушки, напоминаю, что 6 декабря и еще один ёж. Но это совсем малыш. Рыба. Ёрш.
какой-то. Кабанчик уже. Или горбылёк маленький, вялый. Да-да, похоже на горбылька. А нет, ёрш хороший. О, какой. О, ну ты дельфин вообще. Целый дельфин. О, вот он какой. О, вот это головастик. О, ну вода теплая. 6 декабря, елки-палки. Эх, куда ты там скушал? О, ну дружище, порадовал ты, спасибо тебе. Ура! Какой мартыш! Давай, беги. Дельфин. О! Первая поклевка. Ничего не видно, батарейка севшая на фонарике. Я уже вывел практически. Свети, да, вот на удочку свети. Да уже все. Ну, можно не светить. У меня сход сдался, он прикинь. Ага. Была, да, поклевка. Нормальная рыбка. Ну да, грамм 100. Привет, такой. Братан. Нёс. Ура! Счастливая рожа. Херабуна Сочи, да. Счастливое лицо Эдика. Мы сегодня как там обкатываем палку новую, обновка у него, у Эдика. Finesa прототип ST Limited. Просто даже не выговоришь. Да, ST Limited. Такая палка. 15-го года. Такая крутая, что даже рядом ловит. Да, сумасшедшая она. Да, вот это красотулька. Да, тубулярка. Он кидаю довольный. Сейчас за горизонт. Вот там корабль человека сейчас сбил, блядь. Короче. Он да. кричал, но пришел, короче, слабину дачу. Короче, попал. Уговорил я его взять удочку, он не хотел покупать хорошую удочку. Я хотел. Противился, я его еле уговорил. Фиш. Что? Нет, ну этот же. Я же его этот снять хочу. Вот он. Ну такой, да, грамм 100 тоже. Ух ты, мой хороший. 7 декабря 2019 год. Ерши. Ерши клюют. Все. Давай. Уви заяц. Ай-яй-яй, плюхнулся как. Но ничего, все нормально с ним будет. Первая рыбка. О, на новую палку. А где лицо счастливое? Ура! Красотец. Ребята, 7 декабря. Эдик на рыбалке. Вы не поверите. Он в сезон не ходит, летом не ходит. В декабре пошел. Ну ничего, да. Сегодня тепло, кстати. Вчера холоднее было. Вообще тепло сегодня. Блин, надо мне